Так, всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас продолжение Criminal Case. Это у нас, не знаю, третья или четвертая, если не ошибаюсь, часть. На чем мы закончили, я не помню. Сейчас быстро посмотрим. Так. Надо покрутить колесо. Давайте покрутим по-быренькому. Все это сделаем. У X5 этих. Ой-ой-ой, это... А, плюс 5 просто, я думал, X5. Ну, это такое тогда. Тогда-то такое себе. X6 комбо, что-то, какие-то ивенты тут еще есть. Ну, про это... Мы видели, да, что-то какие-то ивенты. Так, поехали сразу играть. Нам нужны звездочки, чтобы дальше проходить по сюжету. Так, Грейс с нами будет расследовать. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть сеть. Так, вершит. Где они вообще? Чего? Я не помню вообще ничего. Рюкзак. Рюкзак я помню вот здесь. Ведро с краской. Так, шляпа. Есть, так, складной нож. Стрела. Вижу. Так, что-то я потерялся. Что-то я потерялся немножечко. Так, теннисная ракета я вижу. Подкову, ящик, цветы, чё где-то. Все так, надо уже помощь. Вот подкова, вижу. Надо запоминать, где все. Вот сеть. И вот цветы, вот они. Блин, как тут заметить цветы вообще? Так, я еще давно не играл, буду немножко вспоминать. Да где-то могут тупить, ничего страшного. Так, сразу расследовать. Так, сердце. Так, вижу. Солнце, солдатик, молоток. Что? Дырки от пуль. Вот этого я не вижу. Так, стрела, бумеранг. Бумеранг на крыше, да, леденец. Где-то был. Вот. Корона здесь и где-то вот они. Дырки от пуль. Отлично, новая звезда, и можем перейти ко второй главе. Офицер, как обстоят дела с расследованием убийства Нада Дилларда? Вы уже нашли того, кто его убил? Пока что нет, но офицер и я нашли три улики против убийцы. Мы знаем, что это мужчина, который потерял зуб. Также мы знаем, что наш убийца с пластырем. Отличная работа, офицер. Это уже похоже на список. Чем вы собираетесь заняться дальше? Вы собираетесь заняться единственным делом, которым мы должны заняться. Отправляйтесь обратно на место преступления и найдите что-нибудь, что поможет нам продвинуться по этому делу. Так, окей. Вторая глава, надо обыскать два. Ванную и сад. Ну, поехали тогда на сад, да, потому что только что там были. Полегче будет запомнить. Так, у меня игра вылетела. Вот, сейчас я перезапустил. Так, расследовать. Надеюсь, больше не будет вылетать. Так, куча листьев. Вижу, это улика. Окей, теннисная ракета, пентаграмма, то вот это. А, нет. Что за пентаграмма? Где она? Что это? Я не... А вот она. Бутылка виски, кисточка, часы. Вот эти, возможно, да. Кегля, крест и бумажный кораблик. Отлично. Отлично подмечен, офицер. Столь аккуратно, куча листьев в столь запущенном саду. В ней должно быть что-то спрятано. Так, нам нужен этот опыт, чтобы дальше пройти по делу, да? Но можем еще вот это место обыскать, ванную. Там тоже может быть что-то.
Так, расследовать. Что-то зажим для... Ой, подождите, а чего? Где-то что это вообще? Так, вижу... Какая-то что-то... Шар для боулинга. Так, фен. Щетка. Так, что, чего вижу? Тапок вижу. Пусть поможет немножко. Вот он. Зажим для галстука. Окей. И вот она. Так, все отлично. Как этот чистый зажим для галстука оказался в этой грязной ванной? Вы абсолютно правы. Нам стоит получше рассмотреть этот зажим для галстука. Ведь все, мне нужны звездочки. Да, ну поехали вот на ванну, будем фармить. Белый носок, рыба, ножницы, я не вижу ножницы. Ножницы, не вижу. Вот они. Так, шар, туалетная бумага, что, где, вот вижу. Так, это сигарета, электрочего-то, так, вот. Электробритва и колесо. Отлично. Так, я посмотрел немного рекламу, но чтобы еще сыграть, потому что ролик получится слишком короткий. С этого едем еще раз на место, да, посмотрим место. Возможно, уже получим звездочку, сможем какой-то из задач выполнить. Так, что у нас тут есть? Кофейная чашка. Вижу. Сердце. Тут тоже есть сердце где-то, да. Тут я уже не вижу. А вот оно. Так. Надо быстренько осмотреть, а что где вот сердце. Шар для боулинга. Компактный диск. Где он? Вот он. И книжка. Вот книжку. И вот я увидеть бы книжку. А вот все вижу. Все вижу. Поехали. Галстук. А, нет. Так. Фен. Белый нос. Соки, галстук, бабочка, вот. Я был галстук, ну, эти, типа, сначала я на него обратил внимание. Эх, так, ладно, получили звездочку. Так, давайте куча листьев изучим. Быстренько изучим кучу листьев. Так, поехали. Поехали, давайте. Тут что-то должно быть, 100% вижу. Наделард. Это визитная карточка. Бинго, вы нашли в этих листьях визитную карточку, принадлежащую нашей жертве. Хороший улов, офицер. И посмотрите на обратную сторону карточки. Позвонить Марии и номер телефона. Правда, похоже, что над карточкой поработал дождь. Как думаете, сможем расшифровать ее? Нужна еще звездочка мне. Я вот что думаю, ребят. Что... В этой игре слишком жесткий фарм. То есть тут нужно заходить каждый день там по минут 10. Но это для ролика как будто маловато. Я выпущу этот ролик и давай, ну, подумаем, будем выпускать следующую серию, нет, или все, закидываем эту игру. Потому что у нас, ну, много игр еще есть, которые можно поснимать и на прохождение и так далее. И как бы не знаю, где смысл тогда на этой игре останавливаться, да, если в день там по 10 минут будет выходить, как будто такое. Вот, зато, ну, напишите в комментариях, возможно, в телеге проведу опрос, вот. Но посмотрим, как с этой игрой будет. Пока что как будто такое себе. Но опять же, напишите в комментариях ваше мнение. Все, всем спасибо тогда, кто смотрел. Ставьте лайки в описании телега. Все, всем пока.